Всем привет, YouTube привет. Вот тут потихонечку занимаюсь в гараже, смотря YouTube, каналы пользователей, ну и так далее. И вообще пытаюсь что-нибудь новенькое увидеть. Вот увидел, как осаживают металл без повреждения краски. Это видео первый раз я увидел, по-моему, у французов. Французская фирмочка, которая делает в том числе и ПДР инструмент. Забыл, как ее зовут. Сейчас. Ну вот, я ее нашел, это фирмочка Excel Tools, сейчас уберу. Вот, фирма Excel Tools. Вот, что, видео, конечно, можете посмотреть. Big Dent машина, вот, это давно уже было снято. Вот, что она делает, в общем, осаживает с помощью, так сказать, вот, стерженьков и прочего. Ну, посмотрите видео, если, как бы, надо, я могу ссылочку на видео. Потом я увидел еще где-то, потом еще где-то, вот, и стали как бы появляться вот эти вот вещи у нас. Распространение пошло, вот. Начал народ, так сказать, пользоваться этими благами. Вот, ну, дальше, дальше и потихоньку. Вот, все начали как бы не отставать, в том, чтобы захватить, так сказать, рынок потребителей. Ну, вот дошло и до нас. Это знаменитый Сергей Лысенко. ЦАЦ тоже вот показывает, как работать этим. Вот. Ну и так далее и тому подобное. Ну, я что хочу сказать. Все это хорошо, но прибор как бы не дешевый. И, как вы знаете, я любитель делать самопальный инструмент. Или около самопальные, или использовать, или переделать то, что есть. Я подумал, вот у меня есть два приборчика. Вот такой вот китаец с фото. И вот еще параидальный. Одна из первых, так сказать, моих контактных сварок. Она еще до сих пор живая. Сейчас я ее достану. Вот такой девайс. Это тор-сварка. Вот, контактная сварка. По идее, она сваривала вот здесь два элемента. Вот, можно было сваривать. Она переделанная. Переделанная, когда-то хотелось мне сильно спутер. И вот так в качестве приваривался я и дергал. Вот, когда-то давным-давно. Ну, как бы неплохо, но вес и удобство маловатого там было. Потом прикупил вот такого китайца. Куча режимов, ну те, у кого споттер есть, но опять же, если посмотреть, вот и вот от него причиндалы, все такое грубое. Вот это прообраз ПДР инструмента, тоже лифтер. Ну, для сравнения я покажу, чтобы всем было понятно. Вот он лифтер, и вот он лифтер. Вот. Вот этим лифтером удобно работать, а вот этим не очень. Ну, поначалу, конечно, и это было за счастье. Вот. Как бы. Но встал вопрос, вот сейчас я начал экспериментировать над усадкой металла и прочее. Вот. Попытался. Но заметил я такую вещь, что немножечко сверху лак как бы повреждается. Потом по ходу фильма я это покажу. Я использовал обычный аккумулятор 120-ку, подвел провода, ну и попытался, посмотрел, что из этого получилось. Немножко прижигает, то есть надо либо силу тока уменьшить, либо уменьшить время разряда. Но ни то, ни другое не представлялось возможным уменьшить. Поэтому я решил попробовать все это сделать посредством споттера. Поскольку тут куча режимов всяких, тут можно и, как мы видим, и время плюс-минус делать, и силу тока. Но опять же, в зависимости от этого, в зависимости от того, что мы делаем, вот здесь 9, а то и 10 режимов, по-моему, разных есть. Под какой инструмент, естественно, там тоже уже настроены, как бы, и прошиты характеристики. В памяти лежат под что. Ну, вот попробуем. Тем более, что все эти причиндалы у нас есть.
допустим, вот железный самопальный, вот такие же сейчас, вот то же самое, это вот медный. Ну, как мы знаем, медь, она является хорошим проводником. Вот, и как бы можно ее использовать. Можно, конечно, сталь что-то подобрать. Вот, можно и стальную подобрать. Вот, также у меня есть и вот такие угольные электроды. Вот, но они, как бы у них один минус есть. Ими надо очень нежно, очень аккуратно работать. И они как бы сильно нагреваются, ну, можно всем этим попробовать. Но в данном случае, как бы для начала стоит задача, чтобы как можно аккуратнее воздействовать изнутри, вот по такому принципу, на участок, который у нас как бы, где создалось много металла, ну не много металла, а лишний металл, его немножко сложить в кучку и устранить, допустим, хлопун, чтобы металл натянуть. Это известно, как бы усадка на горячую уже давно. Вот я подготовил 120-очкой, зачистил. Дальше у меня там на кромке, на торце капота есть куда массу приделать. Я постараюсь как бы ее чуть подальше сделать, чтобы как бы потери напряжения были чуть побольше. Ну, в данном случае я думаю, что при помощи споттера это все можно регулировать так, как нам надо. Вот поэкспериментируем на эту тему. Ну вот, вторая серия, так сказать. Настроили прибор, приделали массу. Это все, как говорится, в качестве эксперимента. Вот, и настроили, что мы настроили тут. Значит, настроили мы на приварку электродов. Я так все-таки думаю, вот здесь вот, вот это слабое. Это сильно, это по максимуму. То есть вот здесь, допустим, когда надо два металла в кучу сварять, здесь сила тока побольше. Ну и так далее. Вот тут таблица опять же есть. Процентное соотношение и прочее. По идее, по ней можно выбрать настройки. Вот. Итого. Поставили мы время. Вот у нас по металлу по толщине 0,6. То есть самый тонкий. В данном случае у нас, наверное, все-таки 0,7 или 0,8. И время 0,02. И процент мощности мы снижаем до 23. Это минимально. Вот три регулировки мы выставили. Теперь нажимаем ОК. Итого, значит, 23% мощности, 0,02 секунды время разряда и толщина металла. 0, да что ж такое, он не хочет его видеть, 0,6. Вот, и пробуем вот наш образец испытуемый. Здесь у нас есть такая вот, как бы уже пробовал я аккумулятором, вот, здесь поджог, поджигается все-таки слой от аккумулятора, тем более от 120-го, как я тыкал. И вот у нас есть великолепный образец клапуна. Ну вот здесь, там где у нас пожжено, а в данном случае будем вот здесь сейчас пробовать. То есть вот, вот в этой части. И посмотрим, будет гореть или нет. И также попытаемся опытным путем подобрать нужные параметры для такой работы. В конце концов, попытка не пытка. Тем более прибор есть. Образец, на чем попытаться, есть, и желание есть, все совпадает. Все, начинаем. Путем получилось так, что 25% время выдержки не определено, то есть от нажатия курка 0,6 металл. И в принципе все заработало. Вот, но это пока в принципе. Вот сейчас попытаюсь это снять. Да нет. Пока не приспособился. Но на пути к тому, чтобы приспособиться. Ну попробуй. Вот.
Да. И что самое интересное, металл. Металл не прогорает. Вот попытаемся навести фокус. И металл, как мы видим, не прогорает, не дымится. Выдержка получается ручная. Вот. И в принципе все нормально. Хотя я давлю с усилием. Вот перейдем рядом. Или вот, допустим, вот здесь. Плохо видно очень. Понятно, что чтобы это снять, надо постараться. Вот, но тем не Так, менее, тепленько. тепленько, но не прогоревшее. Поменяли чуть-чуть. Нагрузку увеличили в два раза. И прожигает насквозь. Ну, в два раза, а металл на 0,1 да, металл поставили. Не 0,6, а 0,8 поставили. Все насквозь. Хотя, в принципе, с точки зрения кузовщины, вот мы ее зажелезнили, она теперь не хлопает, ни хлопуна, ничего тут нет. Как бы. В данном случае либо так, либо так. Ну, в данном моменте нас интересует вот такой вариант. Мы опять же сейчас поставим 0,6. Вот, было 0,8. 0,8 прожигает. А 0,6 нормально работает, не прожигая. Вот сейчас вот сюда вот смотрим. Вот, подвожу. И давлю прилично. То есть, потренировавшись, можно усаживать и вот такие вещи поднимать. Потому что неплохо работает и металл не перекаливает. А тем не менее, вот как-то так.